Тем временем в самой Сирии военные при поддержке отрядов народного ополчения провели наступательную операцию к северу от провинции Хама. В ходе спецоперации ликвидировано свыше 30 террористов из группировки Джейш Аль-Фатх. Сообщается, что среди убитых числится полевой командир Абу Бакр Аль-Асади. Кроме этого, силовикам удалось вывести из строя 7 единиц военной техники противника. Напомню, вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям.